Приветствую, дорогие друзья! Жизнь полна символов, которые имеют даже большое значение в нашей жизни. Ну вот, вы знаете, за 2 года до появления возрождения современных Олимпийских игр в нашем городе был открыт очень интересное учебное заведение, железнодорожный техникум. Это случилось в 1894 году. Все эти годы носит звание имени Образцова. И в этом отношении именно это учебное заведение показывает образец подготовки специалистов железнодорожного транспорта и особенно в спортивном отношении образец. И, собственно, об этом мы и поговорим. У нас в гостях директор Николаевского колледжа железнодорожного транспорта Днепропетровского национального университета, профессор Виктор Иванович Деданов. Он не раз бывал у нас в гостях. Это уникальный человек во всех отношениях, как руководитель особого склада и как спортсмен. Он десятиборец и поэтому ведет многоборье борьбы за то, что были очень хорошие у него выпускники, рядом были хорошие преподаватели. Почему ваше учебное заведение, одно из немногих в нашей стране, вот, особое место уделяет спорту? Ну, наверное, от того, что у нас, во-первых, специфика нашего учебного заведения требует серьезного здоровья. Серьезное здоровье, потому что мы проходим специальные медкомиссии, и на железнодорожном транспорте, который должен обеспечить безопасность движения поездов и пассажиров, нужны серьезные, здоровые люди. Поэтому, а спорт – это один из моментов, который дает возможность иметь и воспитывать серьезных людей. Поэтому большая часть наших преподавателей, особенно преподавателей физического воспитания, это бывшие, хорошие, сильные спортсмены, мастера спорта Советского Союза. Вот. И поэтому, вот, собственно, это один из моментов, почему мы ведем такую серьезную работу по нашему физкультурному делу. А мы ведем ее не просто так. Ну, наверное, ни одно учебное заведение не может похвастаться тем, что 3 спортивных зала, футбольное поле и так далее. С искусственным покрытием. Искусственным покрытием. В Рыбаковке сегодня мы делаем серьезные мероприятие с футбольным клубом города Киева, где возглавляет ваш коллега Валентин Васильевич Щербачев. Что-то вы с ним подружились так хорошо. Да. Вот. Ну, у нас Николай его в основном знает, как он, когда он поднимается на Эверест. Вот. Поэтому вот это все дает нам задание, даже я сказал бы, потому что иначе мы же не можем. К нам мы очень много теряем, потому что сегодня настолько слабая молодежь, и они хотят к нам поступать в колледж, но они не проходят медкомиссию нашу. Поэтому им приходится уходить в другие учебные заведения. Вот примерно так, Юрий. Виктор Иванович, вот вы заметите, что ни одно учебное заведение не имеет такой традиции. Ни один ваш студент, учащийся, занимающийся, не имеет освобождения от физкультуры. Потому что все они пределы, потому что идет очень жесткий отбор. И вот теперь новая система, когда у вас проходил очень серьезный семинар, областного уровня, даже шире, и речь шла о том, как поднять уровень физической подготовки молодежи, потому что, правда, приходят они запущенные, такие слабенькие все. И вот речь идет о том, чтобы делать выборочно, создавать условия, заниматься тем видом, который бы они хотели. Вот в этом отношении у вас замечательные условия, потому что каждый там может заниматься или волейболом, и футболом, настольным теннисом, бадминтоном. Выбирают, конечно, спортивные игры, но вот как вы строите эту работу, чтобы она велась на самом высоком уровне? Потом, я понимаю, у вас мастера спорта, все почти преподаватели. Вот этот сам уровень подготовки в сравнении с другими. Я вам отвечу на этот вопрос. По-моему, 3 года назад на базе нашего учебного заведения проходил как раз открытый урок. И он был построен на том вопросе, который вы задали, что как же можно организовать урок так, чтобы каждому студенту было интересно участвовать в процессе урока физвоспитания. И вот мы проводили. Но я вам скажу, Юрий Дмитриевич, тут все просто. Для того, чтобы проводить такой урок, кроме кадров, нужно иметь материальную базу. Но если примерно наше учебное заведение, один имеет там какой-то спортзальчик 17/22, вот, и как вы там проведете? Мы же имеем 3 спортивных зала, тренажерные залы и так далее, где могут сразу по желанию люди учиться. Я волейболист, пожалуйста, он на этом уроке волейбол сегодня ты можешь. Я баскетболист, пожалуйста, я хочу заниматься там гантелями. Пожалуйста, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, очень важно, может быть, там
кому-то не понравится, что я скажу, но очень важно, чтобы преподавателем физвоспитания был старый спортсмен. В нем сидит все-таки спортсмен, а не учитель. Он потом уже учитель, а сначала он спортсмен. И когда вот мы таких вот стараемся подбирать преподавателей. Вот вы напомнили мне встречу одну с вашим преподавателем, но это вообще потрясающий человек. Мы записывали у меня там на студии, на спортивной, это Трофим Наумкин. Удивительный человек. Он настолько любит вашу профессию, железную дорогу. Говорит, это кровеносные сосуды страны. Если мы не подготовим наших... Да, и его любовь к спорту даже появилась там. Ему было тогда, по-моему, 60 или 70 лет. И он показал пример, сколько можно отжиматься. И это... Ну, такой пример уникальный, замечательный. Но у вас еще одна была удивительная традиция. Ни один вуз, ни одно учебное заведение такого не проводило. Вот я был участником многих этих встреч, когда вы проводили встречи со звездами николаевского спорта. Они вызывали такой огромный интерес, такой... Но самое интересное то, что вы сидели рядом с ними, Владимир Николаевич Черец, мастер спорта, и они вдруг увидели у вас не просто руководителей, а увидели спортсменов, которые имеют достижения, которые... Вот как у вас родилась традиция? Потому что сколько звезд у вас было? Ну, здесь, наверное, нужно все-таки отнести то, что вы подметили очень, потому что у нас, ну, если сам директор, мастер спорта, понимаете, и не просто там что-то, а действительно. Это уже эталон. Легкая атлетика, понимаете, вот, и преподаватели мастера спорта, куча, работают у нас очень много, ну, по крайней мере, сейчас немножко это притихло, работало много наших секций преподавательских. Там, ну, допустим, даже простая секция по бильярду. Бильярд? Да. Ну, например. А у вас столы есть, да? Но это уже сегодня же спорт. Да, да. Раньше это было развлечение, сегодня это спорт. И так далее. Понимаете, человек должен быть везде. Везде. Как развит по всему. Если человек занимается только одной наукой, то один разговор. Поэтому, когда у него кругозор и спорт в том числе, с ним все просто. Потому что там уже вступают совсем другие законы. Понимаете? Спортсмен может быть и математиком, спортсмен может быть и физкультурником, спортсмен может быть и преподавателем спецдисциплин, но сначала он спортсмен. И вот там они уже соревнуются не кто математик, кто физик, кто а кто спортсмен. И это очень помогает нам. Виктор Иванович, у вас бывают такие... уникальные встречи, когда мы видим настоящий союз физкультуры с культурой, потому что вот у вас теперь отдельный очаг культуры, дворец железнодорожников. Там проходят такие встречи итоговые, когда подводятся итоги учебного года, спортивного и культурного. И вот надо видеть, вы успешно выступаете в спартакиаде городской, и среди награжденных не просто 5-6 человек, до сотни доходит, сколько призов. Вот какой у вас союз такой культуры, физкультуры, потому что эти же физкультурники сами друг друга поздравляют, сами выступают в спектаклях, сами поют, танцуют. Ну что это за учебное заведение, а? Что это за железнодорожный транспорт? Наверное, вы знаете, что? Что? Опять придется вернуться, так сказать, от того, кто руководит. Мне пришлось в юности заниматься в музыкальной школе. Я закончил музыкальную студию по классу баяна. И одним из моих выступлений был фестиваль в городе Киеве с концертом по баяну, где я играл, на сегодняшний день это не просто дело, где я играл Чарльза Шмонти. Вот, это считался очень серьезный такой. Поэтому я и до сегодняшнего дня играю на гитаре, люблю, все это знают, я люблю музыку, люблю сам петь. Наверное, оттуда идет. Понимаете? А вообще-то, конечно, имея свой дом культуры, ну, это же... Это на зависть всем, всем. Всем, да. И мы всех, я там стараюсь, чтобы как-то найти возможность, но держим у нас тоже в доме культуры человека, который занимается именно культурой. Ну, какая она заводная. Именно художественной самодеятельностью. И такой у нас хороший есть Марина, она занимается этим делом. И детей очень много. В прошлом году отмечался юбилей очень значительный. Может быть, кто-то его не заметил.
40 лет Бама. По-разному сейчас относятся к тому, как вели эти стройки на восток. Но для вас эта страница биографии уникальная. Вы даже попали в серию фотолетописи, где отражено очень много интересных эпизодов. Но, правда, среди 10 фотографий одна была посвящена вашему отряду. Вот что это за строка вашей жизни? Потому что вы же связаны с железной дорогой. И теперь продолжаете по этим рельсам ехать. Вы вот этим вопросом залкнули меня на такой ответ. Многие мои друзья никак не могут понять. Все-таки я был относительно неплохим спортсменом. Я был руководителем, одним из руководителей большого спортивного клуба. Вы же профи в этом отношении. И, ну вы понимаете, я тогда нашел в себе смелость, когда еще, тогда еще, Витя. Спорт – это все хорошо, ты прожил жизнь, профессиональную жизнь, но, по-моему, ты должен все-таки заняться железной дорогой. И я все-таки пошел по железнодорожному транспорту. А кто вас на рельсы вывел? На рельсе, ну, мой друг у меня был, есть такой живой друг, слава богу, он работает, наш Шпеньков Валентин Александрович, вот, который меня пригласил на БАМ, вот. И он, кстати, многих приглашал. Там, вы помните, был у нас такой преподаватель пединститута Подоляк Юрий Ильич, вот, тоже спортсмен, он был тренером десятиборства. И вот там была целая плеяда николаевских спортсменов, которые строили БАМ. Ну и потом, конечно, потом оно все стало, действительно стало интересно. У меня был еще один эпизод, когда я мог перейти работать спортом. Это когда я был в первом созыве депутатом областного совета. Это 90-91 год. Вот. И там случилась такая ситуация, что мне предложили быть председателем областного комитета по физкультуре и спорту. А я был заместителем директора железнодорожного техникума. И я тоже нашел в себя мужество отказаться от этой должности и идти вот тем, чем я сегодня занимаюсь. Вот у вас время было или туда идти, или туда, да? Вы знаете, ну много же было всего в жизни. Вот. И эта линия, и вот я все-таки считаю, что я правильно сделал, потому что, ну, понимаете, сегодня еще мы видим спорт коммерциализирован полностью, там очень сложно что-то. Есть деньги. Ты руководитель, нет денег. Ну, прямо далеко не ходит футбол наш. Понимаете? Ну, дайте сегодня Деданову 100 миллионов долларов, он вам пусть сделает второе киевское «Динамо». И наоборот, дайте киевскому «Динамо» 10 миллионов гривен, это будет второй наш ФК Николаева. Ну, разве это спорт? Болевые точки, однако. Да. Очень интересная у вас судьба, очень. И тут одна из страниц, это связано все-таки с профессиональным, это спортивный клуб «Судостроитель». Вот вы сейчас говорили о том, что вот мы перед этим общались, что очень много было школ детских спортивных при заводе. Ну, сам завод «Носинка» – это было 40 тысяч рабочих. Это и, конечно, фирма была. А? Да, это завод в заводе был. Ой, завод в городе. Ну, в общем, получается, да, очень система интересная. Вот этот период спортивный для вас как интересен был? Вы легкоатлет и ведете очень многие вопросы рядом с Веретенниковым, очень серьезным, да, профессиональным человеком. Валентин Петрович, царство ему небесное, я его... Работа с ним мне очень много дала в жизни. Вот. Я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Да. Месяц назад я как судовод проводил, был участником садоводческого товарищества, собрания. И на этом собрании пришел по тем временам, вот то, что мы с вами говорили о спорте, тогда большую роль в этом деле играл председатель завкома. И был такой председатель завкома, который был, назывался Владимир Ильич Литовченко. Если он будет смотреть, я очень хорошо... Привет передать. Да, я ему передаю даже привет. Так я ему говорю: Владимир Ильич, так и так, то-то. Ой, я говорю, а сколько в то время работало на заводе народу? Мне просто интересный был вопрос. Он: ты знаешь, говорит Виктор, он постарше меня лет на 10, тогда работало на заводе до 30 тысяч людей. 30 тысяч. Я вас хотел бы спросить, сколько сегодня действительно на заводах работает в Николаеве? Очень сложный вопрос. Вообще-то легко сосчитать. Я работал тогда в 25-м цехе слесарем. На Черноморском? Да. Ну, вот и... Он назывался Носенко. Да. Ну, вообще, кто сейчас приходит к вам
приобрести профессию железнодорожника, потому что она очень своеобразная, ответственная, требует дисциплины, хорошей волевой подготовки, силы, ну, в общем, даже какого-то такого состояния путешественника, потому что тут все время на колесах. Кто приходит? Вот у вас сейчас через несколько дней будет экзамены, набор новый. Ну, вот тоже, как пример. Да. Мы много можем сегодня привести примеров учебных заведений, когда по требованию предприятий открываются новые специальности. А, кстати, так сейчас вот, многие учебные заведения открывают даже. Одесская железная дорога. Так. Пригласил меня начальник дороги, это было в том году, в декабре месяце, вот, и сказал, что Виктор Иванович, надо открывать две специальности, потому что мы задыхаемся. И мы в этом году открыли новые специальности вагонники, вот наше пассажирское депо, и тут очень большие будут развития железнодорожного транспорта от Колосовки до Николаева, до Херсона. Вот. И открыли еще специальных айтишников, которые будут обеспечивать работу компьютерно-железнодорожного транспорта. Не сами открыли, а мы открыли, потому что нас потребовала железная дорога. Сколько таких учебных заведений есть? Я вам скажу, нет, ни одного. Все хотят только открывать сами. А почему? Потому что я не стесняюсь говорить о том, что немногие вузы сегодня работают на страну. Наше учебное заведение работает на страну. И поэтому большая часть... Вы по заказу, да? Да, конечно. И поэтому большая часть наших детей – это дети железнодорожников, либо те, кто к этому относится. И это дало нам возможность, и тоже веление сегодняшнего дня, мы так по старинке называемся, просто на территории Николаевской области находится колледж Днепропетровского национального университета, директор которого вас сейчас представляет вам на телевидении. Вот. Нам это приятно, это серьезный вуз, национальный университет, который входит в пятерку лучших железнодорожных вузов Европы. Виктор Иванович, а чем связан выбор Николаева? Потому что и в других направлениях Николаев имеет какой-то приоритет. Ну вот всего два таких учебных заведения, ваше и Львовское, которые имеют такой статус. Ну ведь Одесса, Херсон хотели бы, или многие другие крупные города. А вдруг Николаев и Виктор Иванович Деданов там? Я думаю, что это связано с тем, что наш ректор, он серьезный руководитель, и больше знает наперед, чем мы. И в чем? Вот та система, которую сегодня пытаются наше Министерство образования сделать на Украине, она привела к тому, что у нас на Украине 12 техникумов, у нас на Украине 6 железных дорог, на каждой железной дороге по 2 техникума, у нас и в Одессе. Так вот, эта система привела к тому, а мы просто вовремя сориентировались, и нас сориентировал вовремя мой друг, ректор Днепропетровского университета, вот, что мы вошли в состав университета, поэтому мы на данном этапе, уже закон почти принят, а будет принят, мы остаемся в высшем образовании, которое будет готовить специалиста высшего образования. Как-то это не прискорбно сказать, это уже все остальные знают, что они переходят в разряд ПТУ и будут давать рабочие специальности в подготовке высококвалификованных работников. Мы решили, что мы не можем на этом остановиться, поэтому около 15 наших ребят, молодых преподавателей, сегодня учатся в нашем же университете в аспирантуре, и в 2019 году, когда мы будем настоящим колледжем, они получат степень доктора философии и будут работать, и вы будете в Николаеве иметь, мы будем иметь в Николаеве настоящий железнодорожный колледж. Это была мысль нашего ректора Пшенькова, и он таких два выбрал, с 12 он выбрал таких два вуза. Николаевский колледж и Львовский. Вот, господин профессор, да. Я понимаю, у вас там технические виды. Мне больше нравится, когда меня называют товарищ. Товарищ Виктор Иванович Деданов. Да, господин, вас... не был. Мне просто вот интересно, мы сейчас, вот приходят ученики новые, уже ж ни паровозы, ни тепловозы, ну, в общем, новая система. И когда сейчас приходит новое поколение, что они сейчас изучают, как они идут вперед, потому что уже появляются уникальные поезда, такие дороги совершенные. Вот как ваше учебное заведение в курсе этого времени современного идет вперед вместе с железной дорогой? Вы хотите сказать попроще о материальной базе, да? На чем мы готовим? Да. Докладываю вам, что большая часть нашего обучения проходит на железных дорогах
Одесской дороги и теперь уже Приднепровской, в связи с тем, что нет Симферопольского техникума. Там, где проходят передовые технологии и так далее. Так далее. Вот сегодня мы большую группу детей отправляем в Запорожье на серьезный железнодорожный объект, который будет там проходить практику. Вот. А теоретические основы и хороший процент, 50, примерно 50%, у нас, нам помогает железная дорога. Мы же сами не можем. Ну как мы сегодня сами привезем и поставим какой-то тут серьезной машины, его же нет. Поэтому нам железная дорога помогает, и эти все машины, механизмы стоят у нас на полигонах, они работают и так далее. Без такого товарищества, без такой совместной работы, как дорога, имеется в виду железная дорога, и учебное заведение, специалиста воспитать нельзя. Виктор Иванович, перейдем к локомотиву. Вот раньше была очень интересная поставленная работа, массовая, были масса спортивных обществ. Сельское – «Колос», у железнодорожников был «Локомотив», у учащихся – трудовые резервы, у «Динамо» – значит, это все военные оборонные. «Зенит» тоже обеспечил свое направление, «Торпеды» тоже, «Авангард», рабочие, «Спартак», торговлю. Вы потеряли «Локомотив». Кто теперь ведет спортивный? Под каким знаменем выступаете вы, железнодорожники, настоящие и будущие? Вы имеете в Николаеве? Да вообще в стране. Ну как, я бы не сказал, что мы потеряли, а харьковские «Локомотивы». Команды волейбольные. Ага, вот. Так есть. А лучшие комплексы, где проходят. Там волейбол вообще на уровне. Где сегодня проходил чемпионат Европы по боксу? На базе на спортивной базе «Локомотива». И у нас был такой министр, Юрий Николаевич Кирпа, к сожалению, его нет живых, который спорту уделал очень много времени. Вот. Поэтому я бы не сказал, тут все изменилось. А где «Спартак»? Так разобрали его. А где «Зенит»? Тем более. Теплица «Динамо», и то это же не то «Динамо». Как не, они вроде еще на виду. Какое? Я когда был в киевском «Динамо», то, дорогие мои, это же были какие были виды спорта? Водное поло лучшее в Советском Союзе. Два олимпийских чемпиона во главе с Баркаловым. Дважды олимпийским чемпионом. Ну тут бросок был страшный. Дальше. Вы скажите, какая легкая атлетика была? Какая штанга была? Какая гимнастика художественная, какая гимнастика... А что же ностальгию так надо? Какое было плавание? Прямо на стадионе «Динамо», вы помните, был бассейн открытый. Да. Большой, с теплой водой. Да. Так это же было «Динамо». А сегодня «Динамо» это просто, ну, тренд, бренд. Да. Где сегодня футбольный клуб прикрывается бывшими заслугами киевского «Динамо» во главе с Валерием Васильевичем Лобановским. Вот. Там очень интересно. Меня Щербачев привез, он написал книгу о Лобановском. Шикарная книга, я же ее лежу читаю, я же Валерия Васильевича знал, потому что все же были в одном месте и так далее. Вот. Стадион «Динамо» был. Городки были чемпионы Советского Союза. По такому виду спорта, как городки. Сейчас о них никто не знает. Ой, даже эти фигуры не знают, как вставить пушку там или гнездо. Это же какой вид был интересный, а? Дальний, а где-то... зимние виды спорта? Хоккейная команда «Динамо Киев» и так далее. Поэтому все, как только спорт стал приносить деньги, а там, где деньги приносятся, они же и расходуются. В общем, коммерция начинает убивать, да? Коммерция убивает все. Коммерция сегодня убивает и транспорт, и освиту. Как только освита стала платить за учебу, то есть коммерциализировать, точно эту реформу мы видим и по медицине. Нам пытаются рассказать, что все будет хорошо за наши же деньги. Да если бы у нас и были свои деньги, у нашего жителя сегодня, то никаких реформ бы не надо было бы. Виктор Иванович, вот звонок прозвучал. Не только завершается наша программа, но звонок на занятия физкультурой. С каким настроением ваши студенты идут в залы для того, чтобы заниматься спортом? Вот сейчас, завтра и весь учебный год. Ну, с каким настроением? Я думаю, что мы в этом, во-первых, сделаем хороший набор, все-таки, потому что я так сейчас внимательно смотрел, то у нас на сегодняшний день там уже около 200 поданных заявлений. Вот. А, ну, Юрий говорит, ну какое настроение? Понимаете, когда наши преподаватели заставляют их и показывают, приводить на физкультуру, и у нас сегодня физическое воспитание один из главных предметов. Конечно, они идут хорошим, шикарным настроением и здоровьем. Вы знаете, я недавно вручал дипломы.
и сорвал кучу оваций. Когда я сказал, так что родители были, я говорю, смотрите, вы меня провели вот таких вот пацанов, а я вам, смотрите, каких красавцев пацанов, возвращаю всех здоровых, крепких, ни наркоманов, ничего, нигде никак, и всех на работу, в институты. Ну, вот с таким хорошим настроением мы завершаем нашу программу. Я благодарю Виктора Ивановича Деданова, профессора, замечательного человека, который пережил драму со своим здоровьем, но как спортсмен, как руководитель выстоял и помогает очень многим найти себя в этой жизни. И в спорте тоже. Поэтому вам спасибо и вам большое. Тоже спасибо. Вы такой оптимист. Да. С вами всегда приятно. Да, всего хорошего.